Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикрас», а это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. У нас дикая жара, поэтому, слышите, да, по трели ласточек и стрижей, окно закрыть нереально, нет. Фу. Так, поехали, давайте по порядку. У меня прям огромный-огромный пакет, очень много всего скопилось. Детская туалетная бумага, влажная 0+, артикул 304-01. Классный на самом деле формат, удобный в дорогу. Надо будет сейчас обязательно в июле взять в запас, когда поедем на юг. У меня тут даже веер, девчонки, с тобой вот так вот. Потому что нереально, уже 32 градуса у нас в тени, а сейчас только утро. Классная, суперская, смывать можно, все устраивает. Вот прям отличный вариант в дорогу, там, если куда-то едете, взять, когда есть маленькие дети, особенно, очень-очень здорово. Гигиенично и так далее. Пластыри охлаждающие. Уже писала пост в Дзене, в Телеграм, девчонкам рассказывала. У меня Ксюшка вот сейчас даже в такую жару берет эти пластыри и с ними гуляет. Потому что очень жарко, охлаждают потрясающе. 910-104. Еще у меня как-то у ребенка была температура несколько месяцев назад, у младшей. И вот эти пластыри как раз очень хорошо ее снижали. Чтобы часто не давать жаропонижающие, я прям их использовала. Ей на лобик клала, ей было приятно, она была не против. Поэтому все отлично. Здесь 5 штук, мгновенный охлаждающий эффект. Действительно, действует в течение 8 часов. Действительно, то есть они долго-долго холодные. Весь день можно одним пластырем пользоваться. И это прям замечательно. Так, дальше. Из серии «Дом» у нас тут с вами что? Много-много всего прям. Сейчас я ее отдельно достану. Поехали. Так, первое. Ультракондиционер для белья. Вот такой вот 3 в 1. Это у нас с вами благородная орхидея. 30 стирок, суперконцентрат, артикул 308-50. Он, кстати, приходит в последнее время. Вот этот раз приходил. И сейчас вот я пользуюсь таким очень-очень густой. Он с комками. Вот только этот детский нет. Но это никак не влияет на качество стирки. Он очень хорошо как бы в машинке разбавляется, выполаскивается. Все отлично. Я не скажу, что я очень сильно люблю этот аромат. Просто беру ради разнообразия. Когда все приедаются, уже беру такой. Белье действительно делает мягким, но Sensitive все-таки детский делает его более мягким. Аромат приятный. Орхидея. Вот опять же не скажу, что мой любимый, но есть даже какая-то кислиночка, но многие очень его любят, поэтому как бы для разнообразия. Капсулы для стирки, парфюм точнее для стирки. Вот такой вот артикул 308-45. Это у нас с вами цветочки. Как он правильно? Солнечное очарование называется. Классный аромат, действительно классный. И действительно в процессе движение, аромат активируется. Я стираю полотенце, постельное белье, чехлы на диван, на пуфик, шторы. Вот что я с ним стираю. И когда недавно стирала чехол с дивана, до этого я его стирала где-то в конце зимы, я начала его вытаскивать и начала слышать яркий аромат парфюма. То есть, действительно, при движении ткани аромат активизируется, он яркий достаточно и прям такой вот хорошенький, насыщенный. Работает, люблю, поэтому беру по VIP-программе с хорошей скидкой всегда практически. Так, акваспрей-освежитель вот такой. Это у нас с вами утренняя свежесть, защита от запахов животных. Я хочу сказать, что я попробовала на кошачьем лотке, когда уже через несколько недель силикагель не так хорошо впитывает аромат. Действительно освежает, но прям полностью, конечно, не убирает. Лоток полный, и он уже такой. Вот, а так работает. Но я его беру просто как освежитель воздуха, потому что нравится аромат. 303-25. Здесь у нас с вами такой аромат цветочков и зелени. Вот достаточно свежий, классный, на лето прям вот подойдет. Безопасный, водный, есть защелка вот такая от детей. У меня Крис опять сейчас до них взялась, полюбила ходить и пшикать. Мам, ну пахнет же вкусно, я буду вот ходить и пшикать, аж вплоть до целую бутылку может распшикать ходить, поэтому мы от нее вот так закрываем. Она еще не додумывается, что можно открыть. Дальше, ловушки для цвета. Оценила в последнее время и буду обязательно сейчас брать еще в запас. Артикул 308-44. Почему? Потому что это экономит средства для стирки и реже приходится запускать стиральную машину. Объясняю почему. То есть у меня собирается к концу дня гора одежды. Мы 2 раза за день с детьми можем переодеться, потому что лето, все пачкаются, мы еще бассейн выносим, во двор как бы мокрые, грязные, но счастливые. И у меня к концу дня, как правило, уже набирается целая машинка. И естественно, я не хочу тетровать вот это вот черное, темное, цветное, белое. Я прям все стираю вместе. Белое с черным, с цветным. Абсолютно белые футболки кладу вот к таким вещам и кладу ловушку цвета. Она забирает в себя весь лишний цвет и на выходе получается белое. Белым, идеально кипельно-белым. И мы постирали всего 1 раз. А так бы мне пришлось стирать 3 раза, да? Поэтому ловушки, они еще и экономят средства для стирки. Ловите лайфхак. Так, дальше гель для душа. Бонжорно вот такой. Это у нас с вами
Мальдивы. С чем они были, у нас уже не помню. Артикул 1755. Цветочки и кокос тут. Да, действительно, цветочки с кокосом. Не очень, кстати, мне этот аромат. И он почему-то в какой-то степени напоминает тот кондиционер для белья, который я вам до этого показывала. Вообще гели в этой линейке, они очень-очень годные, они хорошо пенятся, не сушат кожу, расход у них маленький, все густючие, вот тут чуть-чуть осталось, видите, какой густой. Они прям густые, хорошенькие, аромат подбираем на любой вкус и цвет, есть все, что душе угодно, и дешевые, поэтому, конечно, имеет место быть. Мыло для кухни, вот такое, самбодерье, уже несколько штук у меня такого было в использовании, здесь целых 300 мл, тоже очень бюджетное, артикул 1443. И в чем его фишка? В том, что оно тоже безумно густое. Оно еще гораздо гуще, чем гель. Видите, вообще не перетекает. То есть экономичный расход. Я добавляю в дозатор для вспенивания. То есть я однажды просто просили девочки, скиньте ссылку на дозатор. Я не покупала дозатор. Я покупала мыло бренда Grass, по-моему, да. И у них оно как раз с вспенивателем. В общем, концентрат разводишь водой, и получается пена. Я также делаю просто с мылом Faberlic. Теперь бутылочки эти оставила. Добавляю пол флакона, и где-то вот это 150 мл. И где-то еще миллилитров 300, то есть получается даже в два раза больше. Я добавляю воды, у меня получается полная бутылка. И получается хорошая пена. Также я делаю абсолютно гель для душа. У меня есть тоже Grass, большая бутылочка. От их пены для душа. Развожу с водой, получается 1:2. Одна часть мыла, две части воды. Получается очень классная пена. Во-первых, это экономично. Во-вторых, мне больше нравится пена и мыть руки. И детям, и всем семье больше гораздо нравится именно формат пены. Едем дальше. Закончилось у меня два сухих шампуня. Это обычные, не для брюнета. Так летом периодически использую для придания прикорневого объема. Но и вообще у меня жирная кожа головы. И волосы мою через день. Иногда, чтобы даже на второй день уже сейчас, особенно в жару, может быть жирная уже голова. И я поэтому продляю чистоту, скажем, не чистоту, а убираю вот эту жирность и придаю объема в прикорневой зоне именно вот этими шампунями. Артикул 2702. Средний. Средние шампунчики на день со своей задачей, в принципе, справляются. Поэтому хватает. А дольше и не нужно. И так нормально. Так, Ума 3+, с бананом, вот такая штука. Девчонки очень полюбили. Это гель для душа 28-81. Действительно пахнет бананом, вкусняшка. У меня Ксюшка прям любит вот все банановое, поэтому ей периодически беру. Никаких аллергий у детей, ничего подобного на эту серию не было. Так, еще два продукта Ума. 1+ и 3+. 3+, это у нас подмывашка, она у нас теперь для деток есть отдельно, но правда 3+, 32-66 артикул. Очень густая, пахнет персиком, и такой яркий цвет, насыщенный у нее, гелевый, прозрачный. Подмывашка классная, супер, экономичный расход, очень-очень густая, кстати, тоже поэтому, да. Так, и вот это 1+. Это у нас с вами детский шампунь, гель для душа. Ну, шампунь, не знаю, конечно, как шампунь. Нет, точно нет, но в один год, если волосиков совсем нет, то подойдет. 27,92 артикул, веганский, кстати, продукт. Абсолютно гипоаллергенный, прозрачный, практически не имеет запаха, как подмывашку, тоже девчонкам беру. Дейзик мужской, вот такой, это восточная линейка, у нас там один мужской аромат, вот такой черный. И есть Дейзик, артикул его 36-36. Классный, кстати, мужу понравился. Это у нас просто парфюмированный дезодорант. Это не антипреспирант. Это просто вот так вот, ну, на тело там после душа распылить, не более того. Ну, классный. Я периодически мужу беру, ему нравится. Так, шампунь из серии Blond Icon. Такой вот он. Вот он вот такой вот сиреневый. Видите, у меня какой заляпанный валяется. 2710 артикул для нейтрализации желтизны. Он действительно вот такой вот яркий. Он очень круто работает. И мне нравится еще тот момент, что даже без всяких бальзамов, не смывашек, он... делает волосики мягкими, мягкими, красивыми, ухоженными. Вот это его плюс. То есть ухаживающие свойства у этой линейки просто великолепные. Маска вообще, она там эффект ламинирования делает просто шикарно. Поэтому, девчонки-блондинки, присмотритесь, и желтизну нейтрализует тоже очень круто. И уход крутой, и желтизну убирают. Серия потрясающая. Так, дальше. Витамания Мист. Сейчас активно ими пользуюсь. После душа на тело храню в холодильнике. Запоминайте лайфхак. Храню это в жару. Вообще это приятно. Вообще это... лимфодренаж не только для лица, он и для тела полезен. Особенно если с венками на ножках что-то такое есть, это все тоже полезно. Вот эти контрастные процедуры. Поэтому храню Мист в холодильнике. Сходила в душ, из душа вышла, вытерлась, взяла из холодильника вот этот холодненький спрей. Сейчас рассказываю и прям хочу так сделать очень сильно, потому что жарко. И на тело распшикиваем. Аромат вот здесь, кстати, классный. Это ананас и лайм. Это действительно ананас и лайм. Но больше ананас. Хороший спрей. Артикул я вам сказала. Нет, нет, скорее всего, 29-13. Они слегка увлажняют кожу, не утяжеляют, то есть в жару нормально.
То же самое делаем со спреем для лица Axiology активный кислород. Легендарный наш артикул 0256. Такой же абсолютно точно у меня сейчас стоит в холодильнике и в жару. Вот сейчас вообще, когда за 30, это мой единственный уход. То есть умылась как следует с утра, пошла к холодильнику, опять вот этот спрей на лицо распылила и кайфуешь. Холодненький, классный, освежающий. Dream Therapy, это у нас с вами расслабляющее крем-масло для душа, артикул 2614, мне очень нравится вечером принимать с ним душ перед сном, это действительно крем-масло, он очень хорошо увлажняет тело, можно пользоваться без мочалки, а можно с мочалкой, пенится оно тоже очень-очень хорошо, поэтому продукт вообще классный, прям рекомендую, и расслабляет прям, вот здорово. Сразу прям вот так вот покажу, не отходя от кассы, как я сижу, да, насколько у нас жарко, на камеру, может, не видно. Но делать нечего, потому что про них мы, вы смотрите, про них мы сейчас как раз и поговорим. Это салфетки Ицклея, без которых я просто уже не представляю ни одно свое лето. Вот я подержала в перерывах, чуть-чуть отсняла, подержала, все уже нормально. А кожу матируют. Отлично, просто на ура, замечательно. Но если потом не обливаться, она так останется матовой. Еще очень классно ухаживающий компонент. Так. Здесь у нас с вами зеленый чай. Это у меня еще прошлая партия, девчонки. Они в прошлой партии на коробке забывали печатать артикулы, поэтому вам сейчас не скажу, найдете по названию. Это еще с того года у меня пачка. Они потрясающие, просто потрясающие. Я их обожаю. Вот так вот прям приложила, походила, вся жирность с лица ушла, когда не так жарко, жара поменьше, и ты не обливаешься так с ног до головы просто испарениями и влажностью, то хватает на несколько часов. Прям вот на несколько часов лицо матированное, ухаживающие компоненты в виде зеленого чая препятствуют возникновению каких-то вот этих вот подкожников и прыщиков, которые сейчас могут с легкостью вообще появляться в такую жару. Бироэл, наконец-то закончила ночной крем, он классный, мне вот дневной совсем не зашел, а ночной вот классный, такая у него достаточно плотная консистенция, он питательный, он увлажняющий, но я бы не сказала, что он стоит таких денег. Вообще вот эту линейку я навряд ли когда-либо повторю, я лучше повторю там One Week Miracle, я лучше повторю куркуму, ту же самую коллагеновую линейку или гиалуронку, которая гораздо дешевле, но Бироэл я вообще не оценила. Я ничего не увидела. Да, увлажняет, да, хорошо питает, и все. Артикул вам не скажу, потому что на банке их нету. Так, тоник Реноваж. У меня тут почему-то весь измазался в шампунь. Восстанавливающий. Вообще любимчик. Уже несколько месяцев подряд им пользуюсь. Но вот сейчас закончился 67-82. И я прямо вот на лето я перехожу плотно на NFW линейку от черных точек лосьон. Потому что он там еще с мяткой, такой с ментольчиком. Здорово освежает. А так... Тоник потрясающий, прям вот классный. Так, тоник классный, увлажняет хорошо, прям вот на холодное время года, на весну, на осень очень рекомендую. Вообще серию Реноваж я прям в этом году полюбила. Так, дальше из ухода у нас с вами закончился вот такой жемчужный крем для умывания. Прям вот несколько раз подряд его повторяла. Это линеечка ICU, артикул 0397. Он великолепный, он кожу вымывает до скрипа. Вот надо сейчас на лето опять, мне кажется, его повторить мне. Хотя у меня еще много средств, сейчас все добью и повторю. Он классный, он прям до скрипа. Это действительно крем, действительно жемчужный. Он прям вот, ну вот видите, жемчужный. Он переливается весь такой. И могу сказать, что это один из самых лучших продуктов для умывания, которые я когда-либо пробовала, не только Faberlic, но и вообще. Поэтому, кто не пробовал, возьмите, оцените. Сейчас, по-моему, как раз в этом каталоге очень хорошая цена. 0,397, здесь огромный объем, хватит надолго. Так, дальше. О, представляете, что я недавно нашла, и мы прям с Крис добили. Это еще из старой серии, помните, Faberlic Baby, очень классная серия. Была, жалко, что все уже убрали. 16,45, детский крем для мамы и малыша с депантенолом. Это потрясающий продукт, который практически как эмолент работал, вообще просто потрясающий, нет его уже. И салфеточки были классные, хорошо, сейчас у нас с вами как раз салфеточки выходят. Тоже соль. Закончилась вот такая-то линейка Ничев. Я не знаю, уже есть она на складе или нет. Надо посмотреть и взять тоже в запас. Малосоленая соль с низким содержанием натрия. С пониженным содержанием натрия, но с магнием. 158-71. Очень классная соль. Кто привык сильно много солить, вам будет непривычно. А так, здоровская. Так, и дальше, наконец, у нас с вами пищевые добавочки различные. Десерт дороже. Десерт желе Гипполайт. Здесь у нас внутри пачки 20 стиков было. И это что? Гипполайт. Это печень. Это вообще органы нашего пищеварения. Полезная очень штука. Состав очень богатый. Кому интересно, прям в карточке товара почитайте. Я люблю иногда его пропивать. Мне нравится. И эффект я тоже вижу. Моя любимая чага сибирская, которая часто пропадает, пропила курсом. Здесь 50 порций. Чага ото всего.
Вот будет спрашивать, зачем надо пить чагу? Ото всего, вот вообще ото всего. Артикул 157-49, особенно для органов пищеварения. Натощак я всегда со стаканом большим воды комнатной температуры. Наливаю дозировку. Это где-то 1/3 пипетки. Я уже потом вымерила. Я знаю, сколько капель, сначала посмотрела, сколько капель содержится в пипетке, и вот вымерила себе, чтобы постоянно капельки не отсчитывать, сколько нужно. Размешиваю в стаканчике воды, выпиваю натощак, и просто-просто потрясающе. Вот у органы пищеварения, у кого какие-то проблемы есть, изжога, там гастрит разные, вот эти все дела, вообще чага, я говорю, это ото всего. Дальше, молекулярный лецитин комплекс, это у нас с вами печеночка, ливер. 158-10. Так, сейчас. Состав здесь классный на самом деле. Состав классный. Я пропиваю уже не первый раз для поддержки своего организма. Не для того, чтобы там какие-то проблемы есть и так далее, а вот для поддержки, чтобы никогда ничего и не было, скажем так. Омега-форте и D3. Сейчас пью тоже, пью на постоянной основе в последнее время эти два БАДа. Очень люблю омега, именно омегу-3 форта, у меня организм ее принимает лучше. Так, артикул 157-79 и витамин D3 157-77 на постоянной основе их пью, они у меня всегда в контейнеры разложены. Так, дальше мой любимый Energy Boom, часто принимаю по одной штучке с утра. 157-27 для чего? Для того, чтобы быть бодрой. Это кофеин, это гуарана, только в полезной форме, скажем так. Не в виде там каких-то энергетиков с красителями и так далее, а в полезной форме. Очень классная штука, люблю, всегда дом должна быть в запасе, потому что я человек достаточно энергичный, у меня образ жизни энергичный, я не люблю сидеть, мне всегда надо двигаться, я не люблю вот это ощущение усталости, поэтому БАД вот этот и обожаю. Так, дегидрокварцетин пропила, его вообще на постоянной основе можно есть бесконтрольно, как говорят медики. 157-90, здесь А, С и Е витамины. То есть это все, что нужно для нашего, ну не все, а это очень нужно для нашего организма, особенно для возрастного, для красоты, для здоровья, для молодости. Штука классная, поэтому периодически тоже, повторяю, покупаю. Так, еще один продукт у нас с вами остался. Я бегу к детям в бассейн на улицу. Это палетка. Для скульптурирования артикул тоже не скажу. Это вот та, у которой освежающие румяна. Так как у меня закончился продукт, которым я постоянно пользуюсь, это... контуринг, то я ее отправляю в пустые баночки, потому что именно он у меня расходуется больше всего, и он у меня закончился, и я взяла новую, и уже вот это вот не имеет смысла быть. Палетка потрясающая. Контуринг получается деликатным, хайлайтер деликатный, румяна очень насыщенные, с ними главное не переиграть. Прям чуть кисточку макнул, и щечки, яблочки помазал. Очень классная палетка, прям рекомендую, она на все времена. Я и глаза могу ей красить. А вот недавно ролик был контуринг плюс румяна, да, и губы даже могу ей красить вот этим оттенком. Прям взять на пальчик, получается, знаете, такой освежающий оттеночек. Прям вот одна палетка для всего. Это вот про нее. Так, ну на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Ссылочка для регистрации Faberlic всегда под видео. И вот здесь вот где-то сбоку появляется. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.